Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Сегодня я хочу испечь пирог. Пирог будет картофельный. Для этого нам понадобится картофель, надо 4 штуки, но у меня мелковато, я 5 почистила. 4 яйца, 1,5 стакана муки. У меня стакан и граненый обычный стакан. Молока также стакан. 100 миллилитров растительного масла, 2 помидорки, 1 маленький лук, 3 у меня зеленых лука, перышко, 100-150 грамм сыра твердого, половина перца красного, разрыхлитель нужно 10 грамм, пакетик. Ну, соль, перец по вкусу. Мы будем натирать картофель, все мелко резать, все овощи. Натирать сыр и все потом делать. Сейчас начнем натирать картофель, взбивать яйца. Натерла на терке картофель, на крупной. Теперь мы берем, немножко подсаливаем эту картошку. Перемешаем, чтобы все дало сок. Потом будем отжимать и замешивать наш пирог на этом. Это считай, что тесто основа. Сейчас еще яйца будем взбивать. Картофель я отжала лишнюю жидкость. Сейчас будем делать. В общем, берем 4 яйца наши. Будем сейчас их взбивать и добавлять картофель. Так, теперь сюда вот картофель наш. Он уже чуть подсоленный. Жидкость убрала. Сейчас все перемешаю. Буду резать овощи мелко. Какие там у меня есть по рецепту. Вот такой будет у нас тесто картофельное. Все, вот, видите? Теперь будем резать овощи. Вот так вот режу болгарский перец, ну, маленькими кусочками, кубиками. Потом буду помидор также резать и все остальное. Ну, все подготовила. Вот порезанный перец сюда. Сейчас все будем соединять. Лук простой, репка. Зеленый лук сюда же. Все мелко порезали. Подготовила сыр на мелкой, на крупной терке. Вот помидор тоже 2 штучки. И в общем все. Сейчас будем все перемешивать. Вот такая вот получается овощная такая смесь. Тут и картофель, и яйца, все. Теперь сюда растительное масло наше выливаем. И молоко стакан сюда же. Соль, перец по вкусу, как хотите, как вам нравится. Осталось только муки добавить вместе с разрыхлитель. Я туда все добавила, перемешаю и буду насыпать. Все добавила. Немножко еще добавила сухого чеснока чуть-чуть и хмели-сунели захотела. В общем, вот мука наша 1,5 стакана, все вместе здесь. Сейчас все высыпаем. Печку включила 180 градусов.
Сейчас хорошо все размешать, чтобы комочков не было. Взяла вот такую форму, смазала маслом. Ну все, будем выливать наше тесто. Все вот так вот равняем. Печку разогреваем. Вот сыр тертый сразу посыпаем. Ну все, поставим на 30 минут 180 градусов, потом посмотрим, что будет. Ну вот такая красота получилась. Сейчас остынет, будем пробовать. 30 минут запекалось, 180 градусов. Вид такой прекрасный и аромат стоит очень такой прямо сильный. Ну все, сейчас будем разрезать и пробовать. Ну вот, что у меня получилось. Вот такой пирог. Я себе отрезала кусочек. Сейчас вам покажу. Вот такой он в разрезе. Овощи там. Он очень сочный. Сверху запеченный сыр. Вот это. Отрезала кусочек, он еще горячеватый. Очень нежный. Мне очень нравится. Прям такой картофельный. Много овощей. И сверху запеченный сыр чувствуется. Очень вкусно. Мне понравилось. И не надо никакого мяса. Ну все, всем приятного аппетита. Если кто будет делать, все получается прекрасно. И, в общем-то, неплохо. Скоро пост начинается, так что у меня будут только постные блюда. У меня муж постится. Так что пока вот так. Всем пока-пока, до новых встреч!